Поехали. Икея купим. Поехали, любите. Мама, поехали купим мне. Адидас, Сакраменто, старый город. Идем гуляем. Его не трогаем. Нормально. К нам не лезьте, и все, вы заебись. Вот это, кстати, хороший музей. Железный дорог. Но всем похуй, я знаю. Так и говорят. А? Так и говорят. Папа, у меня первая игра. Да. Пойдем смотреть. Папа, у нас там поездка. Пойдем смотреть. Пойдем смотреть. Не бегать, не бегать. Видишь, там полиция? Сакраменто. А куда пошли-то? Куда идете-то вы? Конечно. Пойдем он в паровоз. Пойдем? Ага, пойдем попробуем. Папа. О. Давай аккуратненько здесь пойдем. Давай. Там, может, только надо смотреть, чтобы паровоз на нас не заехал, да? Папа, не бойся. Паровоз остановится, когда увидит, что там это. Давай, сейчас девочки слезут, и мы туда зайдем. Ну давай делать вид, что мы там. Папа, деньги, я иду. Ага. Пойдем-ка туда дальше. Соня, иди сюда. Я здесь. Пойдем-ка. О, мы туда идем. Папа, это же там локомотив. Это тоже 25-й локомотив. Ого, какой, да? Да, это же локомотив. Это старый, так старый. Папа, знаешь что? Нет. Эти поезда были старые. Иди-ка встань туда. Какая дама, да?
там цыпленка. Так вот они раньше жили тут, американцы. В таких вот салончиках. А? Кто идет? Королева, королева. Я говорю, практически несет на ветру. О, sorry. Может, магниты купим? Нока на бис. Что, нока на бис? Что такое? Нока на бис. Что такое нока на бис? Но каннабис. Что это пишет? Да, я бы ЗИЛ тоже купил. А? Потому что у нее есть хозяин. Я говорю, скачи, скачи, скачи. Что можно там туху сделать? Все на пицце Yeah.
Пойдем посмотрим. Так тут нету ничего. Пойдем. Пойдем в другой магазин. Я не знаю, где это облавно. Где это облавно? Пойдем, Денис, в тот магазин. Да, повар самый. Может, там... Поварешка. Будет поваром. Нет, не будет. Ого, иди сюда. Ну и ну. Иди сюда. Денис, иди сюда. Иди сюда. Пап, смотри, какая машина есть. Не-не-не. Вон толклак. Иди сюда, иди. Пойдем. Нету тут машин. Пойдем. Поехали на Бибеля. Кулинар-армейский привоз. Поехали. Или поехали. Ты какие купим? Мама, поехали, купим мне Адидас. Мама. Согласие даст. Мы поедем, у нас есть 1,5 рубля. Вроде так-то не вырубишь ничего. Мы ждем маму. Соню. Тетю Мотю. Тетю Лену. Катю. Алису. Кать! Кать! Мы здесь! Кать! Мы здесь! Да нету там, я смотрел. Пойдем сюда смотреть, где Соня с мамой нашей ходит. А вот они. Я хочу посмотреть. Ну там все ждут уже тебя. Пойдемте уже отседова. Ну что детям интересно, что ты? Это машина как охотник за привидениями. Ну почти. Да понятно. Соня, а ты кому попала подарок? Иди сюда. Да? Пойдемте с ЗИЛом. Соня. Пойдемте с ЗИЛом искать, а? Да, ЗИЛ-то мы зря не купили, конечно. Но сейчас кто-то найдем. Да, может, можем и не найти. Я
Зубр? А? Зубр? Что это? Смотри, смотри, какие картины прикольные. Может, здесь есть машина? Пойдем смотреть. Какую? Трамп, чмо? Пойдем, пойдем, пойдем. Да, там много чего интересного. Я пойду посмотрю. Здесь машинки прикольные есть. И здесь посмотрю. И здесь посмотрю. Да вон пойдем сюда смотреть. Что там смотришь, Денис? Пап, смотри, что тут есть. Смотри, что тут есть. Вау, ну зачем он тебе нужен? Такая ерундистика. Я пошутил, пап. Точно, зачем? Пап, смотри. Ну у тебя уже есть самолет, мы все купили уже. Смотри, вон там поезд поверху ездит. Вон, поверху. Сейчас поедет, тебе покажу. Ой, смотрите. Ну, вон паровоз едет, видишь? И он еще едет. Да. Смотри, сколько здесь всего. Да. Тут даже мотоцикл есть. Ну, автобус он как ты хотел. Вот автобус. Да. Ну, давай какой-то выбирай, пойдем. Пап, я хочу Зилу купить. Да Зилу тут нету, Зила. Пап, что это? Да это какая-то не то. А может мне с ним какой-то пиздец? Хорошо. Денис, пойдем, мама на план. Денис, смотри. Ой, ну-ка тут Зил, смотри, есть, нет? А есть школьная автобус? Смотри, кто тут. Don't worry, it's okay. You can use she. Здравствуйте. Здравствуйте. А что это за игра такая? Это... Просто пиксельные, никакие, ну как бы не дэти стоят. Но это не те... Не Nintendo. Да, это какой Nintendo? Я про Волк. Да, не. Денис, ты где там? Ты что, он не выбрал машину? Я не знаю, что ты что там ничего не выбрал, никакую машину, Денис? Нам уже надо идти. Давай еще. Ну иди, смотри, вон машины твои там. Опа! Нет. Ружьем покупать не будем. Да. Пойдем маму найдем. Да, Алиса, ты там есть? Денис, ты куда пошел? Что? Вот машины здесь и там. Какую-то бери и все. Я хочу там посмотреть. Может найду что-нибудь. Давай уже быстро найдем и все. Пойдем.
Да. Пап, я думал, что вот это сейчас открывает огни. Какая? Ух ты! А? Ничего, да. Вторая часть прогулки по Сакраменто. Я не знаю. Это мама знает. Смотреть железную дорогу, Сонь. Ну, там прикольно. Куда пошла-то? Какие-то фонари там. Да. Ну, залей. Ленин. Да кто тут курит-то, блядь, не могу понять. Не все курят. Кто? Я не... Так, он идет возле фары. Да, похоже. Денис, в сторону уйди, Денис. Ты видишь, едет тут самокат? Или она какая-то беспонтовая? Кто? Свободы. Да уж. Ох уж этот аромат свободы. Давайте подождем. Сань. Денис, смотри, куда бежишь. Сакраменто. Мы гуляем по Сакраменто. Там что, океан или как? Хрен его знает. Ну, наверное, океан лежит там что-нибудь. Сакраменто — столица Калифорнии. Ну, такой непонятный какой-то городок. Это что, хуй, наверное, есть? Наверное. Постоянно пахнет анашой. Она тут свободно продается. Мы сейчас идем в Капитолию. Какой-то чувак, он встал. На 2 минуты, видимо. Были сейчас в магазине. Покупали, ну, всякие сувениры. Что? Но наш парень. Сувениры всякие покупали. И, короче говоря, девчонка там была. Из Латвии. Понял. Из Латвии. И она сделала нам скидку 20%. Ну, где тут там лотерею туда-сюда. Ну, неплохо. Ну,
вот так вот выглядит Сакраменто. Это, кстати, университет Сан-Франциско. Нет, университет Сан-Франциско, кампус Сакраменто. Там было написано. Такая красота. Кать, университет Сан-Франциско, кампус Сакраменто. Ты могла бы здесь учиться? Могла бы здесь учиться? Что делаешь? Почему у меня две жвачки? Тебе оттуда знания остались? Нет. Вы мне давали жвачку? Нет ведь? Нет. Нет. Похоже. Так неловко. А если бы ты знал, что там лежишь, ты бы нифига бы у тебя не получилось. Я бы... Так у меня и не было... Нормально открывать, поехать. У меня и не было такой мысли, как бы, ну... Саша, что ж ты? Сядь хорошо. Давай пусть сядем, миленько. Давай, разверну тебе. Рот открывай. Так он у мамы. Да ладно, что, какая разница? Над 41 бездомные. Эта палатка стоит, там живут бездомные. Ну прямо посреди вот даунтауна. А там живут. Хотятки живут. Смотрите, как у них сделаны всякие электрические будки. Практически все они разукрашены вот всякую такую хрень. Непонятно. Но это прикольно. Это прикольно. Полиция. Нашему воинскому приветствию отдавать. Знаешь, как честь дают? Воинскому приветствию. Не надо никому честь свою давать. Нет, да, это я говорю. Куда вам Сакраменто? А у вас в этом в номере видели какой кран? Ну ходил в туалет? Не обратил внимание кран, как вода бежит? Он такой, как полуоткрытый. О, заебись нахуй. Погнали, бля. Погнали. Погнали. Все, да? Сломался? Да. Давай сюда. Слушай, это укуры, что ты сюда. Пап, ничего не сломался.
Правильно делает. Господи, популярный блогер приехал. Здравствуйте, здравствуйте. А, Денис, куда побежал? Что? Почему как? А Денис. Население? Укуренные всякие ездят здесь, правда. Херня, наверное. Где делать? Только? Херня, наверное. Ну, Йошкар-Ола, да? Похоже. А он все стоит сейчас. Я упаю, ты пойдешь, упаю. Пошлите. Ага, сейчас. Вон в Капитолии, блядь. В Капитолии мы не пойдем. Мы рядом хотя бы стоим. Вот эти дяди не ведут твой сосед, извините, не заработал. Не разделяю ваших восхищений. Не разделяю? Почему? Ну я, блядь, не люблю ретро-автомобили, мне нравятся современные автомобили. Я не люблю ретро, у нас Саша. Я люблю вот какой-нибудь GMC там. Алиса, пойдем. Chevrolet Tahoe, что-нибудь типа такого. Это же все равно вкладывать, бабки надо мне. А? Мне уже бабки надо вкладывать. Какие? Как какие? Запчасти. Она же по России не юзана. Ничего. Хранение гаражное у всех, забито не красно. Один хозяин. Да. Мы русские должны друг друга поддерживать. И добегать. Хуя после Москвы, да, мне кажется, любой город будет. Народу-то нет. Да не, не в этом дело. Сан-Диего тоже там мало народу. Ну как, ты он примерно похож, но он какой-то живой. Ты это какой-то. А деловой. Да нет, он какой-то непонятный. Почему у меня голова маленькая? Да. Не такой. Не живой. Живой. Да нет, не живой. Понимаешь значение слова? Не живой, блядь. Чужие люди. Ну, значит, люди уходят, ну, ходят, да, но как-то это все, не знаю. Не знаю, не знаю. Сан-Диего, он же на океане стоит, поэтому, может быть, там курорт, поэтому... Нет. А? Когда ты приходишь, приезжаешь в город-курорт, тебе нужно двигаться, вот он и живой. А когда здесь просто люди... Просто люди живут... Да не в этом дело. Это не понятно, ну я не знаю, как это объяснить. Да не то, что мне нравится, он какой-то, я говорю, неживой какой-то город. Да не в этом дело, просто сам по себе какой-то неживой. Не знаю я почему. Блин, что курил ты без меня? Я вот, ну, у меня это, старики. Нормально вообще. Представляю, если бы тебе дали там на паспорт. Мне не надо на пас давать, мы когда, ну, по молодости там пацаны курили, я не курил, я просто, ну, рядом стоял просто, ловил их настроение, и мне вообще было видно. На одной волне мы там катали. Так эти нарцвачей, ну, точнее, он покурит, а ты рядом покурит. А мне и так заебись, я не спрашиваю. Потому что ты очень полезен, ты смеешься надо всем. Сейчас, Соня. Мы с этой поговорили, продавщицей. Ну что? Где? В магазине, с продавщицей, которая нам скидку сделала 20%. Она из Латвии. А я говорю, что ты, как здесь оказалось? Она говорит, замуж вышла. Я говорю, ну понятно. Что, говорю, как это, не жалеешь? Она говорит, ну нет, так, говорит, по семье, говорит, скучаю иногда, но это... Я говорю, ты же можешь съездить в этот... Ты же можешь съездить, говорю, ну, гостям, к родителям. Она говорит, ну да, говорит, раз в год. Могу. Всего лишь раз в год. Вот 25-го поеду. Ну, блядь, ты с другой стороны чаще-то что делать там? Соня, шевели булками чуть. Если чуть чаще делать. Ее зовут Диана, у нее 26. Вася 5 лет не был на родине. Какой? Вася смотрит, блядь, все русские не приезжают. Ну а что, блядь? Не надо сравнивать Васю. Что он небожители, блядь, с обычными людьми. Ой, так и
имею в виду, что он мог бы приезжать. Может, приезжал? Что, ей по Инстаграму нет? Не знаю, я уверен, что... 16.09. Что, 16.09? Ну. Кому сказал? Да, это синхронизация. А что за Капитолий-то там? Более, это администрация штаба. А переедет, что такое? Администрация штаба. А наша администрация. Есть администрация? Хватай, хватай, ребенок. Лиза, бежи. Ну, объясни это грузовику, который летит. Угадал, Андрей? Да-да. Я угадаю, это пилось, не унес двух нот. Да, ты здесь советские песни играли. Они у нас стопудово. Не может быть, чтобы мы все у них тут. Нет. Дим-то, блядь, взяли, как они назвали Додж, блядь. Пиздец. Вон опять бездомные живут. На перекрестке. Парень-то что-то пытается сделать. Мне кажется, он делает это просто. Что, пойдем прогонять пока? Что? Пойдем прогоним. Все. Стой. Мам, Боря моя. Мам. Слоу ли это медленно? Да хоть слоу. Кто не мне угол? Нет, пап. О, смотри, кто везет. Ого, вот это поезд так поезд, да? Ага. Маши, маши крыльями, маши. А, ой, какая звезда. Летишь, да, я вижу. Крылья Мехико. Называется на зоне и на буровой. Нет, черный я не люблю перезаваренный, а вот зеленый. Угнетаемые капиталом люди вынуждены жить на улице, страдать. Ну куда пошли тогда? Капитолию? Какая разница? У тебя нету крыльев, да? Нет, что туда, что туда. Вот пошли, дорогие. Соня, Алиса. Вынуждены жить на улице, на перекрестке,
больные и сирые и убогие. А вон, смотрите, растут мандарины. 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 For free. Мандарины. Мандарины, папа, ты же дерево. Да они невкусные. Ниши они не работают. Все, пойдем. Давай, ну-ка вот тряси. Пошлите, пойдем, пойдем. А вот тут сколько валяется. Они гнилые все. Пошли, Денис. Денис. Денис, ну она гнилая, ну что ты, не трогай ее. Они невкусные, Денис, они, их нельзя есть. Да, ее заберет. Пойдем. Пойдем быстрее. Пойдем, бегом. Да сейчас мы ее заберем, пойдем. Отдай сюда мандарин, быстро. Соня, отдай сюда мандарин. Догоняй ее. Дикари. Да, дикари. Да уж, сэкономили на елочке-то. Что-то как-то не как в Москве. Спорт есть, молодость. Я же сказала, что поделюсь. Ты че ворчишь сегодня целый день, а? Еще дерешься? Вот будешь таким же маленьким? А скажи, ты сейчас сам маленький. Смотри. Саня Васильев. Сам маленький. Сколько сейчас времени? Сам такой. Ты довыделываешься? Library. Тут кофе нет. Алиса, ты туда пошла. Библиотеку. Ребенок тянется к знаниям, блядь. Что вы понимаете? Пойдем посмотрим. Лен, ну забери, пожалуйста. Да пойдемте посмотрим, что за билет-то. Вот и пойдем посмотрим. Ой, ты хоть книгу раз в жизни посмотри. Ну куда пошли-то? Можно пройти. А зачем? А потому что там памятник папе, ему погибшему. Потеряли своего папу и мужа. Нет, видишь, у них папу мы не знаем. Давай. Не надо. Ты куда поехал? Хайвей. 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 Мы просто пчелы. Мы все готовы. Денис, Денис. Денис, стой. Пойдем. Пойдем.
Серьезное дерево. Да, смотрите, какие деревья. Где? Ну они невкусные, как мы говорим. Да ладно, вот это тоже на гибде говорил, гранаты были много. Я не говорил такого. Говорил? Не. Чертовнули, не гранаты. Не. Вы говорили, что не запустят ракеты. Ты буквально часа два брата. Они цикло! Не, ну только что, они запустили ракеты, и дальше ты что? Ты представляешь, если бы они бы ответили, ну, пизданули, как это, как обещали, там, на территории Ирана. А те бы так вот это обманули, еще и эти, как эти. Красиво будет. Ну, приедешь, какие вот теракты обманули. А вы не могут что? Я что-то не хочу. Надо ехать в Россию, там спокойней. Да. 15:47, Капитолий. Здесь сидит правительство штата, я так понимаю. Здесь они строят козни против нас, Андрей. Не, это в Вашингтоне, в Белом доме. А здесь против кого? А здесь они так, местечковые. Да. Конкретно против Санчевского района. Против Зазера. Саш, коляска нет. О! Я так, такой был, знаешь, так, Саш. Все пропало. Саш, это все. И нет! Матрю. О, вот это что за дерево? А? Я не знаю, эвкалипт, наверное, какой-нибудь. Ты же в школе хорошо учился. Не настолько. Смотри, а это какой-то деловой центр, да, похоже? Ну, это даунтаун. Даунтаун или что-то? Ну, это центр города, да. Типа как Сити, как Москва Сити. Что там ходить-то, как то ли? Там же, наверное, люди работают, они внутри. Это граждане США, наверное. Ну давайте зайдем. Ну, тихо, тихо, тихо. Меня-то нет, а он-то да. Вот у него камера. Я нет, я вообще не снимаю ваши секреты. Этот не работает. Капитолий. Красота. Пойдемте зайдем, попробуем. Пустят нас или нет вообще? Шварценеггера, ты рожу свою на соседний портрет приложишь. Ага, я знаю, для чего это. Это из-за войны, потому что фашисты, они стреляли. Да нет. Это от старости. Ну а постоянно тут тусуется, можем встретить его. Теперь выпутывайся как хочешь. Я тебе говорил, дураку, блядь. Ребят, ну чего вы, блядь, если на куры лезете, а я разбираюсь с этим, ёбаный. Ну ладно, пойду обращусь к нации. Пацаны. Все будет нормально. Так, ну-ка, не бегать. Ну что, дерево? Поехали. Поехали. А где он? Где бы он ни был. Андрей, нам надо... 16:52. Нам надо куда? Даунтаун. Куда нам надо? Нам надо успокоиться. Нам надо успокоиться. Надо успокоиться, покурить. Поехали на мои. Где тут беды? А у нас, кстати, мороженое.
Поехали на Бибеля. Соня, Денис. Ну поехали, Денис. Денис. Соня, Денис. Шевелитесь, нет? Мне за Алисой следить надо. Тебе надо за собой следить, за Алисой. Пап, я буду сначала королеву Каканью играть. Королеву Каканью будете играть теперь? Ага. Да, папа, какая-то странная игра у вас. Ну да, королев Каканью. Какая? Зерна не продают, проходим мимо. Ты выебываешься сейчас, а потом будешь утворимой пить. Мы пойдем сейчас в Перси, ты выебываешь сейчас. Мы можем туда сходить, как на экскурсию, блядь. Не, не тысячи без проблем. А вот я продаю зерна. Причем не только кофейные, да? Если купить нормальные зерна, надо... Конечно. Сублимированные же будут. Yes, they will. They might, but I don't think so. She said... Ah. Отдаю мальчику? Хорошо. Саня говорит, надо коноплю выращивать. Идеально. Саня, помидоры не посоветую. О, Саша. Вряд ли. Нет, ты можешь это отдельно давай запишем. Да, что розыгрыш, это отдельно. Три. Три? Да. Почему? Wait, let's go. Полиция, он на велосипедах. 16:55. Улыбайся, блядь, пошире. Hi, how are you? Вам полицейские на велосипедах сейчас заберут. Саша, нам туда. Извините, это полиция на велосипедах ездит. Видел? А? Полиция на велосипедах ездит. Видел? Не видели нормальную полицию никогда? Что-то они шмонают там и свистывают. Ну. Штраф. У тебя штраф. Сонь, давай мы как приедем, так и решим, ладно? Мы с этими упаковочками домиками.
Можем отдельно все, как хочешь. Ехали на Библию. На Библию, на Библию. Поехали, поехали. Поехали. Ой, это помните, как мы смотрели этот фильм? Вот такой кинотеатр, это, с такой кассой. Как фильм-то был, мы смотрели? А, история в Лос-Анджелесе, однажды в Лос-Анджелесе. В Голливуде, да-да-да. Прикольно. Ну, Катя, ладно, они на что-то поперлись. Мне надо ходить. Когда я хожу, то грязный горит. Словами ладно, ладно. Мы в прекрасном Сакраменто. Далеко. Но мы же параллельно шли по этой. Прошли Денис, пожалуйста. Денис. Иди сюда, пожалуйста. Денис. Денис. Ты меня слышишь? Я мама. Руку дай. А я с кем пойду? С дядей, что ли? С дядей Сашей пойду. Сэр, сэр. Сэр, сигареты. Что это? Дай мне руку. Это сигарет. Дай мне руку. Папа не захотел идти за ручку. Фу. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Вон сапоги-то. Red Wing Shoes. Не, вот они пойдут. Сюда такие. Ну вот эти сапоги-то, про которые. Red Wing Shoes. Вот эти, которые нефтянки. А, все, понял. Ну что, нахуй никому не нужны сапоги. Ну, обувь-то, может, и хорошая. Да стоит денег. Я не знаю, каких. Каких бы не стоил. Оптима. Камера хорошая там. А? Камера хорошая. Нет, 17:10 Сакраменто. Она. Да, 500, это Генезис. Нет. Америка, она и богатая, она и нищая. Всякие есть. Какой-то бомжатый другом, а? Андрюх. Ну да. Но в Сан-Франциско их еще больше. Че? В Сан-Франциско их еще больше. Серьезно? Ну да. Чем больше город, тем больше бомжей. Да, город там, да, что-то бомжей. В Нью-Йорке полно бомжей. В Нью-Йорке, наверное, вообще больше всего. Вот, кстати, магазин какой. Ну, не надо с ним. Yeah.
Слушай, а вот этот грузовик, он отлично подойдет к этой строительной технике, которую вы вчера купили. Да. Он будет возить сюда цемент. Да? А экскаватор у вас есть? Экскаватора нет. И длинные, да, у них эти? Взял, заблокировал все это, да? Каток, смотрите, он. 17-14, каток. Я уже покушал. Буквально мы пришли на параллельную улицу и... Сакраменто немножко другой. Все американские города, они все какие-то и похожие, и разные в то же время. Непонятно. Вообще, конечно, хорошо, что заехали сюда. Втюхивают религию. Пасторы всякие. Почем опиум для народа? У меня тоже есть камера, пацаны. Коллеги? Золотой центр, чё? Куда-то нас ведут, блядь. Торговый центр, я так понимаю. Может быть, там есть туалет? Пойдёмте в торговый центр? Нет, давайте в торговый центр. Кать, а ты не болеешь за Сакраменто Кингс? А, это, наверное, этот. Арена, типа. Вон, смотри. Что там? Что, Андрей? Ну, вон, видишь, это качалочка. Что там, качал? Качалка в подвале, в таком чердаке. Ебать, ну, смотри, на фотоволт. В подвале только... Я говорю. И они там также железо тягают. Сонь! Беги вон к тому, поговори с ним. Бегом. Я сейчас прибегу. Давай бегом. Денис, беги. Ближе подойди. Ну не факт, что она работает. Ну что, поговори с ней, Сонь, по-английски. Hello.
How are you? А то он занервничал уже там. Не подходи сзади. Чиполетто это... Мне кажется, он не сать хочет. В этом проблема. Пойдемте сюда, все. Пойдем, он не работает. Вон написано, doesn't work. Пойдем. Нажми, конечно, нажимай. Да, нажимай. Нажимай. Смотри, как он же трезвый дает. Брюхо. А просто булки. Ну что он там? В ресторанах выступают. Ладно. Мы пошли, всем пока. Пойду посмотрю, что. Hello. Вон, вам сюда надо. Hello. Все, пойдем, hello. Пойдем, Денис, все, пошли. Пойдем, говорю, Денис. Пойдем. Да это полицейский робот. Иди, 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 иди. И тебе теперь надо, ну. Прыгай. Все, пойдем. Соня. Ну, пипец. Не больно, больно, довольно. Не больше так не делать, понятно? Нет, все, пойдем. Стоять, стоять. Сейчас донесу тебя до коляски. Слышите? Это Саня. Что? Кто это? Какая же тебе шарфня? Вот ресторан. Вот сколько птиц, смотри. Понятно, да, сколько. Ничего себе. Смотрите, сколько птиц. Смотрите. Смотрите. Ну понятно, почему. Так что же? Так, подожди, я на коляску. Прием, прием, Денис, Саша. Прием, Денис, Саша. Саня, подрейкай. Да, выключи ее вообще, дай ее. Смотри, сколько птиц, мам. Вот, смотри, эй, эй, еще играть собачки. Да, иду. «17.21 Сакраменто, птицы». Какое-то нереальное нашествие птиц. Какие-то странные звуки издают вот эти динамики. Полиция на велосипедах. Как это мы случайно так? Они не заняты. Андрей, 18.07, я охуел. 18.07, я охуел. Как мы сюда пришли? Как мы сюда попали? Кто скажет? Расскажите, птицы. Это воронка. И смотрите, а там наверху еще клин, видите, летит выше. Да.
Вообще. Да, Соня, ну говорят деньгам. Беги за ними. Денис, что такое? Что происходит? Слушай, он нас преследует, по-моему. Да уж, ты. Ой, как мама ужасно сказала, да? Да. Мама, я не Рачеев. Да, Рачеев. Нельзя тебя в люди-то пускать, похоже. А где Катрин? А, вон она. Она не хочет позориться, когда записывает видео. Да, можно понять. Сань, ручку. Никогда не видела таких атмосферных явлений. Да уж. Птицы сошли с ума. А это точно. Подожди, подожди, можно пойдете уже в машине и поедем домой. Пойдем. В Мэйсис-то не пойдем? Кто-то хочет писать? Да, Саша хочет. Он. А что в Мэйсис-то? Идет Андрей. Да. Хотите, пойдем, нет?